Всем привет, друзья! С вами Александр, и сегодня я вам расскажу о давно уже существующей на рынке люльке от компании MaxiCosi. Моделька называется Cabrio Fix. Это не самая старшая моделька в линейке люлек MaxiCosi, но такая средненькая, скажем так. И по цене качеству, учитывая бренд, у нее очень неплохая стоимость, очень хорошая безопасность, возможность установки ее на базу из FX. И еще у нее есть, видите, вот такой вот значок интересный, который говорит о том, что она сертифицирована для перевозки ребенка в люльке в самолете. Вам не смогут отказать на борту самолета в перевозке ребенка в этой люльке, потому что она для этого создана в том числе. Вот. Напомню, люлечка — это у нас категория 0. 0 категория с рождения до приблизительно года. Неважно, вот там 3 килограмма, все вот это давайте опустим. Нам с рождения нужна люлька по-любому. И физически, как показывает практика, ребенок помещается сюда обычно максимум до года. Это прям вот потолочек. И то есть ребенок попадет в лето, и вы ничего теплого такого сильно одевать, когда он уже подрастет, не будете, потому что многие родители пытаются верхние одежды усаживать в люльку. Так делать нельзя, ребенок не помещается, плюс это небезопасно, я понимаю, это неудобно, но правила вот несовместимы с комбинезонами, верхней одеждой, вот такая вот реальность. В теплых каких-то, во Флориде, в Калифорнии, да, вопросов нет, там нет таких проблем. Но у нас в России, в большинстве регионов, увы, есть ее верхняя одежда. В общем, собственно, давайте заглянем с вами внутрь. Мы с вами видим прекрасно, что у нас есть козыречек. Есть возможность, кстати, установить эту люлечку на самые популярные коляски. Скажем так, на большинство колясок можно установить люльки MaxiCosi, Joy, Cybex. У них просто крепление одинаково используется. Поэтому можно использовать с коляской. Вот так у нас ручка для транспортировки, козырек. Да и в автомобиле козырек на самом деле очень бывает нужный. И мне чем эта люлька нравится? Вообще я что старшего ребенка, что младшего возил изначально, с самого начала в люльке MaxiCosi. Вот. Конечно, я пробовал разные варианты, но большую часть времени я отъездил в MaxiCosi, поэтому я очень уважительно отношусь к этим люлькам. Они очень грамотно сделаны. Анатомически хорошие вкладыши. Вот здесь есть тоже специальный вкладыш, который просто по мере роста ребенка вынимается отсюда. Где-то до месяцев 4 по-любому мы с ним используем. Он как раз таки делает, вот видите, положение ребенка более ровным. А когда уже месяца 4, можно уже чуть больше садиться. Поэтому люльку вынимаем отсюда вкладыш, и у него высвобождается больше пространства в глубину у ребенка. Поэтому вот такая вот опция есть. Она на самом деле не во всех люльках есть эта опция, но в нормальных это, естественно, всегда присутствует. У MaxiCosi всегда хорошие материалы используются. Здесь вот, например, используется ткань. Она тактильно приятная, но она немножечко такая плотноватая. И даже если вы троих, пятерых детей откатаете, она будет выглядеть как новая. Она очень долго не теряет товарного вида. А где касается у нас ребеночка, голова, личика, здесь очень мягкая, тактильно приятная ткань. Она прям вот, ну, по кайфу ее трогать на самом деле. Классная ткань. Вот, в общем, с анатомическим положением ребенка здесь вот все супер. Так, что касается ремней, у нас здесь трехточные ремни, классические, с ремешком для затягивания. Здесь никаких вот нововведений нет, это в 99% сделано именно таким образом. Так, эта люлька имеет возможность установки ее на базу ISOFIX. Она покупается отдельно, база ISOFIX, поэтому здесь уже, если вы материально готовы, покупайте базу. Это увеличивает уровень безопасности, это не дает вам возможности не установить неправильно, потому что там щелкаете, везде зеленая индикация, значит, можно ехать. Вот, но это стоимость базы, конечно, они тоже не дешевые, порой она даже может быть к минимуму, как сама люлька стоит база. Иногда чуть дешевле, иногда чуть дороже. Поэтому имейте в виду двойной расход. Но эффективность, конечно, здесь отличная. Но и ремнем тоже можно спокойно ее крепить. Я вам сейчас покажу, как это делается.
На самом деле безопасность с базы и без базы в случае с люльками, между ними не такая уж и большая пропасть с базы и без, я имею в виду крепление. Вот, поэтому если вы будете крепить правильно, то в принципе все будет хорошо в любом случае. Но ключевой момент здесь крепить правильно. Потому что многие в ППХ, мамы часто не сильно вникают в то, как они поставили. Я это говорю из практики. Я видел много таких случаев, когда вот мама что-то там накинула и поехала. А потом мы в магазине здесь смотрим, что совсем неправильно, объясняем. Ну и потом, в принципе, все нормально. Поэтому крепить нужно правильно. Это важно. Мы для чего и покупаем эти автолюльки, автокресла, чтобы в ДТП спасалась жизнь ребенка. Ребенок не страдал. В общем, проводим здесь ремень. Здесь вот эти направляющие всегда. Здесь ремень над ребенком. Верхний уже идет у нас вот в этот направляющий. После чего нам нужно за все ремешки подтянуть. И подтянуть как можно сильнее, чтобы вся конструкция натянулась. И она стояла как вкопанная. Это нужно делать перед каждой поездкой. Имейте в виду. Поэтому не пренебрегайте этим. Все. Вот так вот. И исключительно против хода движения. Если мы едем на переднем сиденье, не забываем про подушку безопасности. Вот, собственно, вариант крепления. Он единственный, и выбора здесь нет. Ставим исключительно только так и против хода движения. Кстати, на вторичке Максикози очень легко продать. И она такая ликвидная, сильно не дешевеющая компания на вторичке. Поэтому очень даже ништяк. Собственно, информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Как по мне, купить хороший, дорогущий, элитный, я сказал бы даже премиальный бренд Максикози за вот эту цену, это очень хорошо. Цена, безопасность и бренд, здесь очень хорошее соотношение. Ну а выбор, естественно, как всегда, за вами. Напоминаю, можно взять с базой. Ссылку на эту люльку я добавлю в Мир Автокресел внизу в описании. Кстати, в Мире Автокресел вы можете заказать две люльки. Вам привезут две домой, вот так поставят. Вы выберете одну и уже будете приобретать ту, что вам понравилось. Вот. Собственно, и все. Хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор люльки для вашего ребенка. Если обзор понравился, был интересен, ставьте свой лайк царский, как говорится, и подписывайтесь на канал. И удачи вам на дорогах. Пока!